Доброе утро! Если у вас с ужина осталось пару отварных картофелин, самое время приготовить вкусный завтрак – клёцки в грибном соусе. Для этого нам понадобится 350 граммов отварного картофеля, 200 граммов шампиньонов, 70 граммов пшеничной цельнозерновой муки, 50 граммов сливок, 1 луковица, 1 яйцо, зеленый лук, мускатный орех, перец и соль. При помощи толкушки превращаем картофель в пюре. Добавляем к нему 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 70 граммов цельнозерновой муки и все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Берем наше тесто, формируем из него колбаску и нарезаем на несколько частей. В разогретую сковороду наливаем растительное масло и выкладываем клёцки. Обжариваем их по 2-3 минуты с каждой стороны. Берем 200 граммов шампиньонов и нарезаем их слайсами. Следом измельчаем лук. На разогретую сковороду высыпаем шампиньоны и лук. Обжариваем до золотистого цвета. Далее добавляем 50 граммов сливок, 1/3 чайной ложки перца, пол чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки мускатного ореха. Накрываем крышкой и даем загустеть. Готовые клёцки поливаем грибным соусом, посыпаем измельченным зеленым луком и получаем удовольствие от ароматного и вкусного завтрака. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!